также центральный. А можно полностью в защиту возвращаться? Можно. И вперед, и вперед. А можно еще Самиру в защите, допустим? Самиру будет. Самиру будет, да. Ну что, давай вперед, блин. Так же вперед. Только это, если мешает пулью, так, ходи, вы по краям, понятно? Айгуль, не бойся обыгрывать. Идана, если что, проще можно играть, хорошо? Идана, Дарнирич! Мне тоже можно проще играть? Можно проще, а если что... А нет, а есть? Потому что у меня нет. Yeah!
Я делаю выход, короче, 7. 5 человек вне игры, короче. Судья, раз на центр. 5 человек вне игры было. 5 человек, не один, а 5. Потом, короче, это как бы. И второй был. Здесь мы, короче, компетентно. Мяч попадает в перекладину. Поле. Сюда. На центр. Просто перекладину задел. Я в Карпиат Луне. Так, основное время. 1-1, а первый темп какой? 1-1. Кстати, Хакимуллина забил. Первый темп. 13 минут. Строитель. Кто выиграл, получается? Строитель 3. Эдик выиграл, да? А ты после первого темпа 1-1 выиграл? А я один допустил. Прессингуй быстрее! Прессингуйте! Вот! Кто вас забил? Вот и все! Все, подача! Давай, давай! Давай! Нет! Нет! Отделя! Отделя! Ударов! Иди на подбор! Иди куда? Кто свой игрок забил? Чей десяток? Ильдана, сядь! Ильдана, сядь чуть-чуть! Айду, сядь! Молодец! Молодец!
Огонь! Кричай! Назад, Ильдана, страхуй и Малию. И Малию страхуй. Не стой, Родиону! Убегай! Убегай! Не трогай! Все, шаг. Планета человек прилетел. Я не знаю кого, иди играй, че. Я не знаю кого, так сказать, иди. Мы ворота. Никого нет. И дальше. Подача! Подай! Что делаешь? Мали, выйди быстрее, Давай, достань. Сзади группа помогает тебе. Давай, сзади группа помогает тебе. Давай, давай.
Молодцы. Умница. Спасибо.
что это там? Сели, сели, сели. Где? Родион, спущайся. Yeah!
Встань на шаг, побегай! Твоя, твоя! Зачем, Вероника? Yeah.
Ой, Малыч, шикардос. Далеко, а? Блин, беги! Чё, паникли, время еще есть. Очень старались, чтобы вам все понравилось, чтобы были хорошие условия. Вам понравилось? Хорошие эмоции, самое главное, хорошие эмоции. Я думаю, что вы будете лучше тренироваться, повышать свое мастерство. Я думаю, что самая главная победа в том, что вы занимаетесь футболом. Вам всем здоровья, удачи, без травм. Еще раз вас всех поздравляю с окончанием соревнований. Третье место лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, потому что у команды Вахитовского района Умираса
количество очков было одинаково, лишь по разнице забитых и пропущенных. Третье место заняла команда «Мирас» из города Казань. Капитан команды. Второе место по итогам соревнований заняла команда спортивной школы Вахитовского района города Казани. Капитан команды. Старайтесь, тренируйтесь. Вот это вот медаль за команду. Ну и чемпионом, победителем наших соревнований стала команда «Строитель». Очень идут золотые медали. На меня посмотрите, на меня, пожалуйста. Кстати, раз, смотри. Ну и еще раз поздравляю вас. Занимайтесь, тренируйтесь, не забывайте про учебу. И до скорых встреч. Готовьтесь. В скором будущем у вас будут еще соревнования. Кожаный мяч, летнее первенство. И хороший... Кто приехал из Казани, хорошей дороги домой. До встречи. Спасибо большое. Так, и каждая команда с медалями отдельно. Тренера мужа, пожалуйста, с медалями. Каждый для сайта.